нравится. Хорошо. Всем привет! Вы на канале «Про цветок». В этом видео с вами я, Анна Пашкевич. И сегодня мой прекрасный помощник Дмитрий Кострицкий. Привет! Мы находимся у него во дворе. Будем солить мои огурцы, которые носят красивое название «Миринда». И будем готовить малосольные или малосоленые огурцы. Малосольные. Малосольные огурцы. Дмитрий, что мы возьмем в качестве зелени? Ну, возьмем хрен обязательно. Так. Листья мяты. Так. Укроп. Смородину, чесночок и, конечно, огурцы. А еще понадобится вода и соль. А, и сахар немножко. Отлично. Как, Дмитрий, ты считаешь, мы будем измельчать эти зеленые культуры или будем сразу сюда их укладывать? Да, я думаю, особой разницы нету. В рассоле все пропитается. Поэтому можно измельчать, а можно и так. Но если хотите, чтобы быстрее огурчики пропитались, то можно и порезать. Что касается женского подхода к данному рецепту, то я рекомендую всегда все измельчать для того, чтобы наши пряно-ароматические, например, мята или другие зеленые культуры, чтобы они выделили максимальное количество своих эфирных масел, в том числе, лучше их измельчать. Поэтому будем измельчать. Укроп, кстати, по рекомендации Дмитрия, можем засунуть, извините, можем положить в банку, не измельчая. А чеснок? А чеснок? Ну давай, что мы скажем про чеснок? Ну, чеснока где-то там зубчика 3-5, я думаю, достаточно. Ты будешь, я так понимаю, укладывать свой свежесорванный чеснок? Да, только с грядки, кстати. А я буду подготовленный чеснок измельчать с помощью чеснокодавилки. Для того, чтобы наши растения, точнее плоды огурца, наверняка пропитались чесночным вкусом. После того, как мы предварительно подготовили нашу емкость для засаливания, заложив туда зеленые культуры, мы приступаем непосредственно к укладыванию огурца. Я позволила себе отрезать верхние и нижние части с каждого огурца. И рекомендую вам сделать то же самое. Как, да. Дмитрий, ты солишь огурцы? Тоже так отрезаю. Лучше просаливаются. Также для удобства потребления и для лучшего равномерного просаливания их можно делить на половинки, на четвертинки. Все зависит от того, как вы предпочитаете затем употреблять малосольные огурцы. Что скажешь, коллега? Нормально. Нормально что? Только ты будешь укладывать, потому что мне не вмещается рука в банку. Так, а никакого не будет праздника, будет просто вот такое вот закидывание огурцов. Так хорошо, Дима, ты их на половинке или на четвертинке? Нет, я целые, только края отрезаю и все. Ах, ты целая. Как вы поняли, уважаемые зрители канала «Про цветок», суровые бородатые мужчины укладывают огурцы целиком. Поэтому, пожалуйста, продемонстрируйте свое мастерство. Вот таким легким движением руки, как в замечательном классическом фильме, Дмитрий позволяет себе укладывать огурцы в банку. Да. И не забывает улыбаться. И мало огурцов не хватает нам на банку. Но у нас же экспериментальный образец. Первые засолочные огурцы. Так, а сверху еще укладываем немного зелени. Ну и чесночка добавим. Так, что у нас там осталось? У нас осталось все. У нас осталось много чего. Смородина, мята. Я буду все измельчать, а ты, как обычно... И вот такие стрелки чеснока, кстати, тоже можно в огурцы добавлять. Аромат дают хороший. Но опять же, если есть альтернатива стрелка или зубчик чеснока, что ты, Дима, порекомендуешь? Да, и то хорошо. Просто вот когда такие стрелки, то экономится чеснок, его на хранение можно оставить. А стрелки, все равно они уже переросшие, можно их на засолку пустить. Кстати, мы попросим наших зрителей канала «Про цветок» оставить в комментариях свои рецепты, например, по тому, как вы готовите, как вы консервируете и где вы используете стрелки чеснока. Потому что наверняка многие люди просто их срезают и выбрасывают. А я их мариную. Ну, стрелки. Вот он маринует. А я их заморозила. Можно замораживать, жарить потом. Ну что, коллега? Рассол.
Приступим к приготовлению рассола. Для того, чтобы заполнить банку, нам потребуется в среднем 2 литра воды, 1,5 столовые ложки соли и 1 столовая ложка сахара. В моем исполнении, а в твоем исполнении? 100 грамм соли на 3-литровую банку. Дмитрий, мы говорим о малосольных огурцах. Ну, я так делаю. Ты настаиваешь на 100 граммах. Да. Итак, рецепт от Анны Пашкевич. 30 грамм соли и 10 грамм сахара. Рецепт от Дмитрия Кострицкого. 100 грамм. 100 грамм соли на 3 литра. На 3 литра воды. Также в комментариях можете оставить свой рецепт по приготовлению малосольных огурцов. А мы будем, наверное, готовить по рецепту Анны Пашкевич. Все-таки Дмитрий хорошо воспитан, и поэтому... Женщинам необходимо что, Дима, делать? Готовить. Помогать и уступать. Поэтому готовим раствор и затем будем... А здесь много воды, надо отлить немного. Ну да. Зачем ты все портишь? Мы так хорошо все рассказывали. Вот сейчас два. Такие малосольные огурцы, если мы их готовим сегодня, то употреблять можно уже завтра на обед. И в среднем они хранятся 5-6 дней, после чего они становятся такими насыщенно солеными огурцами. Ты такой красивый. Надеюсь, это не попадет в кадр. Обязательно попадет. Итак, наш рассол готов. Попрошу коллегу, прекрасного человека, сделать мужскую работу тяжелую, залить все залить этим рассолом. Накрываем крышкой, оставляем где-то, ну, при комнатной температуре для просаливания. И, как я уже сказала, завтра в обед, то есть где-то через сутки, можно уже малосольные огурцы употреблять. То есть они полностью просолятся и будут очень вкусными и хрустящими. На этом мы с вами прощаемся. Оставайтесь на канале Про Цветок. Не забывайте про подписки и лайки. До новых встреч. Спасибо. Дмитрий. Спасибо всем. Всем до пока. Свидания. Всем до свидания. Все? Угу. А ты боялся. Такие гарные хлопцы.